Всем привет, ребят. Иду сейчас в Мангу. Хочу купить себе джинсы. Джинсы такие. Хочу черные или темно-серые. Посмотрим, что там есть. В общем, не получилось мне ничего купить в Мангу. Ничего мне не понравилось. Все такое вообще очень никакое. Короче, джинсы как тряпка. Вообще не понравилось ничего. Зашла еще в пару магазинов. То же самое. В общем, ничего я не купила. Сейчас едем на работу. Вечера будем работать, а потом поедем, наверное, еще куда-нибудь в магазин. Может, что-то я еще там себе посмотрю. Ну, пока. Ребят, всем привет. Посмотрите, какие подарки мне купил мой муж. Ну, вот этот вот я просила у него, а этот он сам решил еще добавить к этому аромату, еще добавить мне вот этот вот аромат. А я его хотела. Это свит пион. Это сладкий такой пион. Мне хотелось какого-то гурманского аромата цветочного. И вы мне представляете, его купил. Я в шоке. Я получила сейчас эту посылку. Ну, разворачиваю, как я жду его. Это Вани Шане. Вот. И посмотрите, что он сделал. Он мне купил еще один. Девочки. Будем распаковывать. Я не знаю, этот, наверное, я сразу распакую. А этот я хочу с вами распаковать. Так что оставайтесь со мной и будем вместе распаковывать Вани Шане. 100 Sealant Vase. Девчонки, ну смотрите, я, в общем, протестила его, уже погуляла с мужем на морке, вот, это не была моя хотелка какая-то, ну, как бы он мне нравился, ну, больше я его не пробовала, он мне больше нравился, как вот в описании на фрагрантике, и мне хотелось именно пион, и мне хотелось именно сладкий пион, и там было много написано, ну, и негативных тоже, ну, все я принимаю, потому что у нас у всех разный вкус, что могу сказать я за него? Знаете, вот если вам хочется какого-нибудь такого классного, веселого, задорного аромата, то вот этот вот аромат классный. Он, знаете, он не серьезный, он стойкий, он шлейфовый, но он не вас не задушит. В общем, еще буду рассказывать, какие здесь ноты со временем поношу, еще расскажу вам. Вообще неожиданно, конечно, для меня. Муж, спасибо большое моему мужу, потому что вот реально... Он взял просто, я просила вот этот вот у него аромат, чтобы он мне заказал. А он взял еще и добавил мне его, хотя не знаю, откуда он знал, что я хотела его. В общем, приглядывалась к этому Монталю. Вот. А Вани Шане, да, Вани Шане я хотела. Вани Шане я хотела несколько лет. Вани Шане, но я его называю Вани Шане. У меня, как обычно, свой сленг, так что тоже не обращайте внимания на это, девочки, не обижайтесь, потому что... Мы с мужем, у нас на все какие-то свои, знаете, названия, там у нас все свои закодированные словечки, так что Вани Шане. Вот, в общем, Вани Шане, вот этот вот аромат, 100 Sealant Vase, я хотела его, я его хотела давно, но я его не знаю. То есть, опять же, на фрагрантике я про него много читала, и мне нравится, что очень многие говорят, что он похож на Black Opium и Yves Saint Laurent. Который аромат вот этот вот я очень тоже в свое время любила, и я его тоже на себя вылила, по-моему, флакона 2, но мне не хватало стойкости. А этот, говорят, вроде очень стойкий, экстракт, и, в общем, давайте распакуем его. Вот, я уже сразу извиняюсь, что я сижу в таких полевых условиях, у меня в комнате мои мужики мои, вот. Муж и сын, они там разговаривают, общаются, но я решила все-таки, а давай уже вылазь, решила все-таки вам снять это видео, вот, потому что если я буду ждать тишины, я до вас вообще не доберусь. В общем, давайте я прервусь, и мы с вами вместе его затестим. Так, ну что, я его открыла, вот, сама бы я одной рукой не справилась, здесь был вот такой вот вкладыш, я думаю, здесь открытка, наверное, или, ну, не знаю, что-то. Вот, и сам аромат. Посмотрите, какой красавчик. Я думаю, многие его знают. Вот, тоже начиталась про грантики. И то, что он такой не особенный. Он как бы классный, но таких вроде как много. И меня это даже, знаете, прельщает. Потому что я люблю ароматы, которыми можно пользоваться каждый день с удовольствием, чтобы они не стояли. Но давайте сейчас попробуем, как он вообще пахнет. Опять же, повторюсь, я не знаю, как он пахнет. Хотя в Израиле у нас представлена эта линейка. Значит, Вани Шане. Но я как-то, знаете, вот не знаю. Хочу и не подхожу. Ну, давайте, значит, попробуем сейчас. Раз, два, три. О!
попала мне, по-моему, на руку, на другую. Он в старте похож, девочки. Ой, классно, он похож именно на, да-да, на Black. Yves Saint Laurent, на Black Opium. Угу. И мне это нравится, поэтому я его хотела. Ну, в общем, буду разнашивать и встретимся дальше туда. Я расскажу вам вообще свое мнение об этом аромате. Что я о нем думаю, может быть, будет кому-то из вас интересно. И, ну, еще почитаю все-таки на фрагрантике отзывы. Мне еще интересно, что люди пишут. Вот, и сравню свое мнение и мнение людей. И расскажу вам. Так что вот так вот, девочки, встретимся чуть позже. Пошла я кормить своих мужиков.